В округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В порядок приводят 125 строений. Работы включают обновление фасадов, ремонт инженерных коммуникаций и замену лифтов. Работы по установке новой грузовой кабины завершаются в доме номер 90 по улице 3 почтовое отделение. Их качество проверил глава округа Владимир Ружицкий. Вот мы посмотрели с жителями, с советом дома, с председателем совета дома пообщались. И у них нет претензий, нет нареканий. Компания, которая делает работы по замене лифтов, я оценю, она квалифицированная. Все это контролируется, поэтому все идет на уровне. К февралю 2020 года в многоквартирных домах округа появится 130 новых лифтов, 100 пассажирских и 30 грузовых. На сегодня заменено и запущено 16 подъемников, 60 кабин находятся в работе. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.